Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Vivo V20 SE, и в этом видеоролике мы вам покажем, как добавить какое-то событие, мероприятие, то есть неважно что, в календарь данного телефона. Для этого мы сперва заходим в сам календарь. Он находится у меня здесь. И в календаре в правом нижнем углу нам нужно нажать на плюсик, где мы можем выбрать, что мы хотим добавить. Это может быть цель, напоминание, задача или мероприятие. Давайте, к примеру, создадим мероприятие дне рождения. Так что мы вписываем день рождения чей. Не знаю, давайте просто вот так вот впишу. Мы можем выбрать, когда оно будет длиться, выбрать какое-то время, к примеру, если вы не хотите, чтобы оно длилось весь день. Будет ли это событие повторяться, в моем случае это каждый год. И нажимаем «Сохранить», после чего мы создали вот такое вот мероприятие. И на этом будем заканчивать. Больше видео про этот телефон сможете найти у нас на канале. Так что заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!